Школьный автобус попал в ДТП в американском Денвере. Машина влетела в опору моста. Один человек погиб, это водитель. За рулем была женщина. Еще около 20 подростков госпитализированы. Шестеро из них в критическом состоянии. Причины ДТП пока неизвестны. По одной из версий, водитель не справился с управлением. Автобус занесло, и он влетел в бетонную опору. В салоне находились старшеклассники, члены футбольной команды. Они как раз направлялись домой после матча в Калифорнии.